get in my way. I wouldn't change a thing, wouldn't change a thing. 'Cause you're my obsession, you keep me in the dark to see your spark. You're keeping me guessing, messing with my heart. Got it down to an art. Your eyes surprise me every time. Ты тих, как день ненастный. Где ты был и что нашел? И зачем сюда пришел? За невесты дочер. Ты жениться, что ли, собрался? Конечно. Чтобы никто не сомневался. Ты в любви своей признайся. Эля, я люблю тебя! Нет, не слышу. Два, три. Я тебя люблю! А кого? И все о нем желать узнаем. Пусть вдруг свидетель, не спеша, перечислит нам заслуги жениха. Не подставляй меня. Красивый, мужественный, не единственный, умный, единственный, разнообразный, наистинный, сексуальный, добрый, великодушный, добродушный, нескучный. Что, все съедобные? Нужно сначала друзьям предлагать. Ты же гостеприимный, там добродушный, качество, естественно. Самое большое место. На лесенку ступай, и что будешь по хозяйству делать, обещай. Раз. Два. Четыре. Да я все буду делать. Пусть активно помогает. Да и вы вокруг не стоите, вместе с ними громко пойте. Для начала про любовь. Я так люблю тебя, а я так хочу тебя. А теперь споем про море, чтобы в нем тонуло горе. На каменном море кача и бушует ураган. Приходи ко мне, болельщика. А теперь споем про лето, не споем, давай монетку. Лето-лето-леточка, золотая стрелочка. И ключ от двери, ты сумей его найти. Если взял не тот, плати. Подходит, все. Ладно, погоди. Так, денежка, денежка, давай на денежку. Я записал. Еще этот таз. Положи в него сейчас ни козленка, ни ягненка, ни худого поросенка. Для невесты положи, что ей нужно для души. Опа, вот так. Ой, молодец. Молодец, догадался. Шевалёва Василия Игоревича и Буренковой Эльвиры Николаевны. Вы встретили и полюбили друг друга.
Впереди у вас мечты и свершения. Но отныне вы в ответе не только за себя, но и за вторую половину, которая соединяет с вами свою судьбу. Поэтому прошу ответить тебя, Василий, согласны ты быть мужем Эльвиры, беречь, любить ее, хранить ей верность, быть с ней в здравии и болезни, в счастье и горе, в богатстве и бедности. Прошу ответить тебя, Эльвира. У всех влюбленных мира есть пора, когда приходит мудрое решение не расставаться больше никогда, жить друг для друга каждое мгновение. Уважаемые жених и невеста, сегодня, 14 февраля 2014 года, нами составлена актовая запись о заключении вашего брака. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и по вашему взаимному согласию ваш брак регистрируется. Прошу вас скрепить ваше устное согласие подписями в записи актов гражданского состояния. Создание брачных уз и пара золотых колец закрепит дружный ваш союз. Прошу вас по старинному русскому обычаю, знак любви и верности друг другу, обменяться обручальными кольцами. Этим простым действием вы подтверждаете свой обет, который дали друг другу. Помните, каждый из этих колец – символ вечности. Да будет ваша любовь так же бесконечна, как и это кольцо. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Самый большой праздник. На долгие годы запомните яркие краски этого дня. Дарите друг другу как можно больше теплых, нежных слов, улыбок и цветов. И помните всегда, что брак – это не только ЗАГС, кольцо и новый месяц, но и большая ответственность друг перед другом, перед будущими детьми и, наконец, любовь. Примите, пожалуйста, ваш первый семейный документ – свидетельство о заключении брака. А сейчас все мы станем свидетелями еще одного чудесного и глубокого по смыслу ритуала – зажжения единой свечи. Зажжение единой свечи символически передает суть самого брака – соединение души. Вашего семейного счастья примите от нас этот оберег.
сегодня родилась новая семья. А у каждой семьи есть своя история, свои традиции. И мы вручаем вам фамильную грамоту. Примите от нас приглашение на торжественную регистрацию новорожденного. Stay with you forever.